Это маленькие сычи, которые люди подобрали, принесли нам их, нам троих их принесли вот сегодня. Все почему-то думают, что если они забирают их из природы, то они спасают этих птиц. На самом деле, конечно, это все неправильно. Если есть вероятность такая, что можно не забирать, конечно, мы всех просим не изымать их из природы, потому что рядом всегда находятся родители, те, которые их кормят, понимаете? А мы сейчас их насильно заставляем брать корм, выращиваем, выкармливаем, а потом, естественно, мы их выпускаем в природу. Вот у нас, вы видели сегодня, как сороки, они уже кушают хорошо, то есть у нас много, наверное, 9 сорочат этих принесли, сов там десяток, вот это вот сычики, сойки, скворцы. Это все к нам несут, но я бы советовал всем, не нужно этого делать, потому что, знаете, ну все-таки родители есть родители. Если мы видим явные, да, какие-то повреждения, сломанное крыло или там лапка сломана, да, естественно, ему нужна помощь, и, пожалуйста, приносите, мы всегда поможем, да. Если все получается хорошо, мы потом его выпускаем. Если же нет, он уже постоянно живет у нас, или у нас есть много живых зооуголков, которые там находятся в школах, везде. А вот мы отдаем им, и они ухаживают и кормят за ними. Сейчас вот, если всех вместе мы возьмем, где-то порядка 20 малышей. 7 сов уже, которые полетели, уже выпустили в природу. Если есть возможность, то лучше не трогать. Если мы видим, что оно пропадет, конечно, нужно забирать и будем спасать.